Всем привет, с вами Полтис, и сегодня мы разберем новый тизер FNAF Security Breach. Даже не знаю, как это назвать, тизер или какая-то мультипликация. Ну да ладно, как мы знаем, если кто-то еще не знает, то сейчас расскажу то, что вышел какой-то мультфильм по FNAF Security Breach, и мы его будем разбирать. Этот мультфильм я уже просмотрел, это всего лишь первая часть, значит еще должна быть несколько частей. Но и показывать я этот тизер, так как я не хочу тянуть время, тоже не буду. Поэтому, если что, я оставлю ссылку на этот тизер в описании, и вы сами посмотрите. Я лишь буду частями показывать отрывки этого мультика, я не знаю. Итак, что ж, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам этот ролик понравится, и мы будем приступать. Итак, начинается все с того, то что Фредди, Бонни и Чика куда-то едут. Потом высвечивается надпись «Фредди и друзья в туре», и дальше нам показывают фургон в большей его красоте. И да, вот что интересно, все говорят то, что это какая-то отсылка или сделано в стиле Скуби-Ду. Так как я Скуби-Ду никогда не смотрел, мы будем верить всему на слово. Ну что ж, дальше у нас происходит следующее. Фредди, Бонни и Чика выглядывают из-за дерева. А потом переключается кадр на то, что они куда-то идут. И сразу же после того, как это происходит, практически сразу у нас появляется кое-какой глюк, и там кое-кто изображен. И да, вот я остановил, и теперь мы можем видеть, кто изображен на этом, так сказать, фото. Честно сказать, непонятно. Многие говорят то, что это роботы-помощники, но это, конечно, на западном ютубе, поэтому это, в принципе, довольно нормальная такая теория. Ну да, скорее всего, глаза, которые на фоне, это роботы-помощники разобранные. А кто же все же, который первый? Не похож он на робота-помощника. Не знаю, ребят. Возможно, это тот аниматроник, который будет управлять всеми аниматроники FNAF Security Breach. Но до этого надо делать теории, а не просто говорить это. Что ж, ладно. Что происходит дальше? Дальше Фредди, Бонни и Чика встречают Фокси. Фредди предлагает Фокси вступить в его компанию, но Фокси их пугает, и начинается погоня. Итак, Фокси бежит за Фредди, Бонни и Чикой, они убегают от него. Потом, когда Фредди, Бонни и Чика ловят Фокси, они снимают с его маску. Ну и конечно же, под ней есть эндоскелет. И знаете, что самое странное? Вы заметили то, что этот эндоскелет у Фокси похож на эндоскелет из второй части, то есть Эндо 02. Возможно ли такое то, что и вправду эндоскелет Фокси это Эндо 02? Это, конечно, все интересно, но сам по себе тизер получился довольно тухненьким. Хотя, как мы понимаем, это всего лишь первая часть. Но даже этого нам вполне хватает, чтобы сделать более-менее нормальный разбор. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Полтис. Всем удачи и всем, конечно же, пока.